Кирилл Ковындиков, нападающий команды СГАВКС. Кирилл, сегодня у тебя состоялся дебют в Национальной студенческой футбольной лиге. Как впечатление? Да, нормально. Сегодня все получилось, в принципе, что хотел. Вышел, получилось так забить. Хороший дебют, я считаю. Ты достаточно недавно в команде. Первый матч, сразу удалось отличиться. Гол, заработал опасный штрафной для своей команды. Делись впечатлениями от игры. Ну как, мне все понравилось. Ну, себе говорил, что не надо тушеваться, спокойно вышел. Показал свое мастерство, в принципе. Радоваться пока нечему. Внутри очка в кармане, поэтому будем двигаться дальше. Цель еще две победы и отдыхать. Спасибо большое. Пожалуйста.